Всем привет! Томат Криптонит. Зеленая мякоть. Вот такая вот. И вот такие вот плоды. С антоцианчиком, зеленые полосатые. Сорт неплохой по вкусовым качествам. Но сначала расскажу вам о кустах. Кусты очень мощные, сорт высотой до 1 метра в открытом грунте. Плоды, ну, как видите, попадаются и вот такие вот гармошечки неправильной формой. Обычно оранжево-зеленый такой полосатый. Ну, это чуть-чуть такой послабее. Созревший он посветлее. То есть светло-зеленый с темно-зеленым. Ну, бывает, видите, когда перезревает, и вот такой отливчик, криптонит. Я думаю, это будет вот так, наверное, правильнее цвет. Это уже хорошо вызревший плод. И мякоть у него зеленая. Сорт с фруктовыми нотками. Прикольная у этого томата кислинка. Такая, я напоминаю, киви, как мне кажется. Давайте посмотрим. Сколько затянут они по весу. Ну, давайте покрупнее. 82 грамма. Тот, что поменьше, 58. Вот такой вес у этих томатов. Что скажу вам про него? Хорош он в салатах. Вкусный томатный сок получается из него. Зеленый сок, который можно просто пить. Не для борща, а вот так попить. Ну, для любителей экзотики сорт сойдет. Хотя вот такие вот биколорчики зеленого цвета я встречал и поинтереснее сорта. Поэтому, ну, на любителя, в общем, скажу, садить. Я бы такой ежегодно не выращивал. Вот в этом году вырастил, попробовал, собрал семена. Предложу на следующий сезон. Кто хочет, можно приобрести. В описании под видео есть ссылка на мой сайт. Если вам интересен криптонит, заходите, выбирайте семена этого сорта. Я вам без проблем отправлю. Ну, а если вы его выращивали, расскажите, пожалуйста, в комментариях, как он вам понравился или нет. Мне важно знать ваше мнение. Ну, а также подпишитесь на канал, поставьте лайк. Впереди много всяких интересных обзоров, не только томатов, но и других овощных культур. И много экзотики буду показывать. Всем пока, до новых встреч. Оставайтесь с моим каналом, впереди много интересных сортов.